есть дома многоэтажные, на листе дома бумажные. Есть дома, в которых люди проживают много лет. И хотите, не хотите ли, есть казармы, вытрезвители. Есть аптеки, есть театры, где показывают балет. Но есть такие дома волшебные, особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там на всю жизнь называют Верой или Мариной, или Петром. И потому в жизни самый первый и самый главный родильный. Есть избушки деревянные, небоскребы есть стеклянные, есть дворцы, в которых пусто, и отели, где уют. Бани есть, и министерство, институт, где лечат сердце, помещение для капусты, но детей там не дают. Небо вышел месяц, звездочки горят, на твоей подушке все игрушки спят. Засыпай скорее, милый мой малыш, я с тобою рядом, что же ты не спишь? Пусть тебе приснится сказочная жизнь, ты в своей кроватке поудобнее ложись. Набирайся силы, подрастай скорей. Будет утро вечера мудреней. Спи, сыночек маленький, спи, родной. Спи, цветочек аленький, я с тобой. Скоро ты, хороший мой, подрастешь, и, быть может, маме колыбельную споешь. Разною, а пока не закроют звезды нам облака, заслоню тебя я от беды любой. Сладких снов тебе, мой дорогой. Спи, сыночек маленький, спи, родной. Спи, цветочек аленький, я с тобой. Скоро ты, хороший мой, подрастешь, и, быть может, маме колыбельную споешь. Может, маме колыбельную споешь. Скоро ты, хороший мой, подрастешь, и, быть может, маме колыбельную споешь.